Не, Владик, мы с тебя сидели, ждали специально, типа, где ты есть, голову пороли. Ничего страшного, бежим. Одну друида забрал, ему надо. Я себе на танка взял, уже юзанул, в Доваран слетал. Как предусмотрительно. А он знал. Уйдите от босса, где стоит потрясный загреж. Ставьте рыбку, отъедаемся, отпиваемся. Кушайте. Две минуты перекур. Чай, кофе, плюшки сделайте, пока танк ждем ДКшника. Две минуты, ребят, курите. До 8 минут. По МСК. Краснуть можете? Рядом валяюсь или бежать? Я тут, сори. Походу у него, наверное, интернет опять отвалился. Давай, серчи. Двор, что ты писал? В общем, повторяю, Локи плюс маги играют в Грозового, плюс Хант играете в Грозового, все ДКшники играют в Водяного, все остальные, кого не назвал, вы бьете в Хватоплета. Паладина пробафайте, очнулся. ДКшники, чё по бомжам? Плюс-минус. Есть, есть, есть. Все хорошо. В такой же порядке даете. Так, рыбу жрали вы нормальную или херню? Бичевскую. Давай ставлю. Ну, бля, ну она какая-то ёбнутая, это Фрея на самом деле. Мы в прошлый раз ходили, бля, так вообще прорисовки не было вот этих херней, что она бросает. Ну вот и сейчас я тоже проебался, как она кинула. Так она их бросала, вообще не было, понял? Мы уже видели, когда они взрываться начинали, бля, из-за этого раза два или три вайпнулись, короче, и тупо было не прорисовывалось.
Сейчас вроде прорисовывается. Можно послушать? СС опять так же по этим же людям раскидаете? Триходки, коноплянка, вестник. Триходки. Все, все готово, танки пошли. Из луча главное выводите, пожалуйста, и сами убегайте. Хорошо, поехали. Те люди, которых назвал, так играем танки. Луча. Меньше духа воды, ребят, просто кигните ему каст, не бейте. Грозовой. Дерево. Дерево залейте быстрее. Хорошо. Все, убиваем их. Грозовой сейчас ляжет, ничего страшного. Потоплет, убиваем. Все, грозового. Добили. Потрясный, ты заебал. Вестник, подними потрясного. Только не в луче. Не вставай, потрясный. Только не в луче. Все, вставай, подними потрясного. Все, он встал. Но он любит в луче вставать. Так, приготовились. Бомжи. Софкаст. Сразу дар залили. Мне дерево, сбили дерево. Нахуй каст, бомжи. Ну, хоть кто-то кастанул. Из первой цветочков, по цветочкам играем, да, там кто-то кастанул нормально. Лучи вышли. От цветочков катите, бегайте. Бьют сильно. Вот сейчас молодцы. Ну, рога, понятно, его не надо поднимать. А как же на пол? Мы же без на пол не сможем. У нас хант есть. Дерево залили. А не знаю. Стоп-каст, стоп-каст. Ты все у нас можешь. Это твой контент, Владик, да, получается? Сейчас что-то вылезет большой такой. Все, играем большого, под цветочкова. Из лучей, ребят, в луче стоите. Так, стоп-каст. Дерево. Дерево залейте. В воде дерево опять. Данзейк, выйди с рейда. Тут есть гриб, быстрее! Блять. Ну ничего страшного, он все равно же дерево захилил. А дерево упало. Так что нормально все. Криво, но нормально. Ну неудобно там в воде было, эти деревца. Из луча выйти, там три луча в одном месте. Ну ничего, главное успели. Плюс-минус. Большой опять. Стоп-каст. Дерево залейте, дерево залейте. Бля, ДБМ кривой, конечно. Немножко. Выбежали с луча выбежали быстрее. На танке гнев. Дерево большое, долейте уже. Хорошо. Гимноман пока дал, случай вышли. Быть 3 секунды и дерево. Дерево? Да-да-да. В дерево убили сначала, дерево убили. ДКшники можете сесть. Все, играем в хотоплет опять. Вы каст били, стопайте по нему, играйте в другого. Давай-давай-давай-давай, в хотоплета больше урона.
Хорошо, добиваем. Случай, выйдите. Все, молодцы. Остались без цветочка. Нас под своими там готовить. Выйдите, случай. Дерево залили. Бомжи. Стопка. Три ходки необратимые. Подними, необратимый, только не вставай. Меня эти уебали. Цветочки. Понятно, понятно. Все под жопу к боссу встали. Под жопу к боссу все быстрее встали. Дерево залейте слева. Гера пошла. Стой. Стоп, каст. Стоим. Стоим. Лучи, выбежали случай. Случай, выбегите. Перебежали. Перебежали, сейчас дерево будет. Под жопу встали. Нормально, вот так стоим. Дерево залейте. Перебежали. Случай. Босса играем. Перебежали, стоп-каст. Босса играем. Перебежали. К луту никто не подходит. Перебежали. Не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Благодарю. Все, молодцы. Те, у кого есть алхимия, остаются здесь. Остальные можете бежать на Мимирона, ставить там шкаф, потом сумонить ребят. Посох рольте. Ардрут лихотки для тебя вообще красивый. Штанишки ролем. Вот он, один. 75-75. Переролите рок и три ходки переролите. Рок? Не судьба. Там их два же. А толку-то? Заново будут рок. Рольте. Ой, прям очень надо. 93. Блядь, 10. Так, плащик с ГП. Рольте плащик. Хилы, надеюсь. Все, больше никому не надо? Про шаму топ, я не знаю, чего не рулить. Это люди на основу хотят же, господи. Ну, держи, Хеня. Хорошо, у меня. Так, у кого алхимия? Рольте. А, не обрати меня, тормози. Двойка выигрывает. Сулран, забирай, выигрывай. Мимирона в Хэме не будем. Нет. Мы же попробуем. Да там люди... Вот давайте вот так вот. Кто знает тактику Хэм и Мирона, ставите галочку. Кто не знает, крестик. Сейчас вот тебе сразу 10 человек и минус. Я смотрю, да. Ром тактику не знаю. Да надо было не трогать.
Надо было спрашивать, кто тупой, ставим да. Всех убиваем бабычки, не ебем мозг. Не, ну это грубо, конечно, так говорить. В следующий раз. Тогда сразу бы убили. В следующий раз посидим на нем. Кому интересно, потравим, поучимся. И алгалон мы пойдем, там он проще на самом деле. Манекен ёбаный. Угу. Так, рыбка, поставьте, пожалуйста, фулбаф и раздайте. Так, монгол. Пикнись в ретрик. Прото раскидайте и в ретрик. Рыбу тыкнул. Кушайте рыбу. Да сейчас он спекнется, зачем? Ты и в хэме один танк нужен, зачем два? Жомбик, а у тебя есть фласка? Откуда? А есть какой-нибудь фласка? Я сам без фласки иду. Кому нужно? Короче, все кастеры просто рассоситесь по кругу. На пулемете, естественно, мы не будем к какой-то цели привязываться, все будет прохиливаться. Слушайте. На второй фазе сдадите бомжей, у кого они откатились. Есть люди, которые вообще обычку не знают, как бить. Мелинда, да? Ну ты РШАМ, я так понял. Бегай тупо с тралом, короче. Будет красная войд-зона, ты выбегаешь из рейда. Ну, то есть из этой войд-зоны. Это на первом боссе. Ой, на первом боссе нету. Короче, на первом боссе ты стоишь в АФК и тупо хилишь. Или есть... А, есть ракета. Или нет, блядь. Что? Нет здесь ракет на первом. Да, на первый тупо стоишь, возьмите все дистанцию, кастеры, хилы. Стойте так, чтобы по трое вас не закидывало. Дальше. Вторая фаза. Будет войд-зона и будет пулемет. Войд-зона — это когда летит в тебя ракета, ты, естественно, выбегаешь с этой красной войд-зоны, падает ракета, возвращаешься. Пулемет, пулемет. Босс будет смотреть на тебя, естественно, пулеметный обстрел он делает по часовой стрелке. Ты можешь также бежать по часовой стрелке, то есть от этого пулеметного стрела. А мне зачем это, Никит? Скажи, зайка. Рейтинг устойчивости. Вот, весь пулеметный обстрел. Третья фаза будет вертолет. Танк ПКД на себя таунтишь, если есть возможность. И бомбота заливается. Антиш. Третья, четвертая фаза, он будет сборки. Первая, вторая, третья фаза. Что касается четвертой фазы, получается. Все локи плюс маги играют в голову. Все остальные кастеры играют в грудь. Все милики играете, естественно, вот в Левиафана и черпайте грудь. Там уже будут анонс, кого точнее свичится. Эрчего. А когда будет этот взрыв, когда милики отбегают, танку тоже отбегает? Серьезно? Да, конечно, конечно, ты убегаешь. Он кастит, то есть его, он стоит на месте. Мак... На самом деле, я думаю, мы за одну, за первую вспышку мы его убьем. Так что можешь простоять, блядь, на месте, блядь, ревность не сработает. Все, давайте, танк, иди. Дистанцию держите, пожалуйста, кастит. А пулис как, кнопку нажимать, да? Да нет, ты ёбн... А, кнопку нажать надо, да? Вы чё, ребят, жахнули? Давай, Владик, кто быстрее кнопку тыкнет. Забери, поставь в центре. Мина, не взрывайте. Я думал, вы кнопку нажали, вы чё? Нажали. Разбежались, милики. Молодец, потрясный. Сбежались. Потрясный, ты заебал, что делать? В чем проблема? Отвечаю, я на каждом трае, вот здесь, когда мы на этом боссе, я постоянно слышу потрясный. Это жестко. Был деспот. Переходки с твой хилься. Последний 3КД был потрясный.
потрясный потряс нас своим плейстайлом. Он говорит, висни, типа, прохили он рейд, выбежали аккуратненько из войд-зоны, мили-зон. Как на кнопку тыкнуть? А все, уже стоим, ждем. ДК бомжи есть у кого? Просто плюсанить. Хорошо. И он лежит один бомж. Пусть лежит, он лагает. Красиво, говорит, лежит. А не подходим мы кастеры в ближний круг? Почему? Вы сейчас можете стоять, бить, кастите бомжей. Вы просто всегда за босса. Все остальные стойте на месте. Будет обстрел, будут войд-зоны, из войд-зон выходим. Войд-зона выбежал, шаман. Хорошо. Пулеметный обстрел. Пулеметный обстрел, ребят. Друид сразу понят. Два хила сразу сдох. Хил, вставай на ТСС должен был быть. Телем, ты тоже как пал. СС, а когда? Вестник, подними три ходки. Три ходки, подними хионера. А, можешь встать, вставай. Вестник. Поднял три ходки. Три ходки, вставай. Три ходки, поднимай хионера. Кто куда свечается? Не слушай. Сейчас вертолет. А, фу, извиняюсь, это я уже туплю. Три ходки, подними холипала. За таунти. Гимна ману дал. Три ходки, подними холипала. Так БРКД у нее нет? Откуда? Она меня поднимала на фрейе. Я не вижу КД. Он прям перед тобой лежит. А, нет. Под боссом прямо лежу. Надо поднять. Надо поднять холипала в любом случае. Ищи его, бегай пока. Он там так неудачно лег. Так, все, сейчас он будет в сборе. Я уже напоминал, кто как бьет. Локи плюс маги в голову, все остальные кастеры в грудь. Милики играют в Левиафана. Сейчас все билки будут юзаться. Все, поехали. Затаунтите, пожалуйста, голову и Левиафана. Вот зона, выбежи. Голову стоп. Стоп, голову и грудь. В грудь играем все, милики тоже. Обстрел, обстрел, милики убежали, убежали, милики заденет вас. Не слышали, да? Блядь, я вроде стоп вообще в другой стороне. Хуй знает, как меня тут обстрел. Радиус большой. Стоп, грудь стоп, играем. Левиафан, груди, стоп, Левиафан. В грудь играем, милики, стоп, в грудь играем, Геру сдали. Все, добиваемся вместе. Добиваем. Беги, малышка, беги. Добиваем. Все, молодцы, идите везу к сутра чистить. Это было на тоненьком. Можно рез? Или похуй? Да не надо здесь рез, какая разница.
Похоже, рольте. Владик, тебе не надо, что ли? Ну-ка, хоть. Руки рольте. Воин-охотник-шаман. Мили, череп, кастер и крест. Поехали. Потрясный, садись сразу в звезду. Больше череп. Черепу стан дайте. Нормально. А? Бис. Ставлю метку, играем все в череп. Все в череп играем. Поехали. Ох, я даже в камушках. Угу, с красным. Трэша вы можете ролить как хотите. Ну и идти кому надо, там все дела. Кстати, а говорили что-нибудь? Вот ЦЛК будет проходка с ИВК Гер? Скорее всего. По краю обходим, по краю. Ну блин, ну и ВК просто. И ВК это ГРК. Молодцы. И ВК ГР это мифическая сложность, не знаешь. У меня там Ануп еще не убит. До него только доходил. Типа так же, да, Дэн? 10 для 10, 25 для 25. Да. Это на 12 число, да, все планируется? Нет. Никаких анонсов рейдов вообще не было. Ну, только сезон, короче, да? Угу, межсезонье. Межсезонье будет? Наверное. Ну, типа, смотрите, у вас же не скинул с Хонора, если я понял. Нет, Дэн, но... просто смотри, они в тот раз в межсезонье, они выкатили межсезонский БП, и можно было фармить... рейтинг, ППшку, честь, всю эту поебистику. То есть это был как отдельный сезон, только всё, маленький. Тихо. Двор, кидаешь покаяние трусы, потрясный, кидаешь в луну, и самогон, кидаешь квадрат. Если вдруг покаяние с кого-то скинется, локи фиряете, маги овцуете, жабу кидаете, играем в череп. Любой лог забаньте, пожалуйста, элементаля. РЧ. А, у нас люди еще бегут, стоим, ждем. Паладины, плюсуйте, пожалуйста. Предлагаю, чтобы не я танчил, то агра. ДК будет танчиться. Поставлю ответственно, чтобы вы руду не найдели. Хитрожопые тут все. Паролите и заберете.
Не-не-не, двор, все, пошли бить мобов. Перед боссом, да, сходите, возьмите, что вам надо. Так, мне главное, чтобы все паладины здесь были. Так, все, давайте, паладины побежали, танк, давай, череп. Пока я не скинули, все быстрее. Трусы, трусы. Бля, трусы кто кидает покаяние? По башке, что ли? Трусы играем, в трусы играем. Трусы грипните, пожалуйста. Хорошо. Потом играем в милик, который бегает здесь. После милика спускайте элементаля. Зачем вы квадрат играем? Хан, зачем ты так делал? Элементаля сейчас добиваем. Мы будем Хайм убивать? Да. Да, да, да. Грипайте сюда, Луна. Куплю Триню. Угу. Кто тебе ее продаст? Ты. Нет. Так, сейчас тихо. Звездочку. Потрясный. Печенька. Двор. Ромбик. Смогу. Или как правильно? Слышали, да? Смех горд. Мерчешечку. Потрясного КД. Потряс, на кого я тебя поставил? Звезда? Звезде дадите овцу. Макс, слышал? Мак. Все, слышал. Давай, танки, пошли. Пока я не пошли скидывать. В череп грипайте в рейд. Потом играем в большого Турена. Потом элементаля. Потом звездочку, ДКшники, можете уже грипать звездочку. Звездочку в рейд, быстрей. ДК. Ромбик. Печенек. На руду кидайте ролл. А можно выиграть, чтобы кто-то выкопал и передал, да? Нет, конечно. Сука. Двор, иди лутай руду. Справа который. Так, играем в череп. Потрясно есть у тебя? Кидаешь звездочки. Самогон, печеньки. Элементаль банится. Так, все готовы. Давайте паладины, танки пошли. Я, получается, левую, да, руду копаю. Больше никто не ролил, что ли? Там, ну, да. Владик и... Что ему не надо? А, Владик решил рольнуть, да? Ну, сейчас переролите еще раз, ничего страшного. А то, может, все и один заберет. Да ему зачем она вообще? У него рога, ебать. Спустите элементарь. Играем в печеньку. Я
Владик, зачем роги руда? Не позорься, блядь. Не позорь дядю Дениса. Рульте руду еще раз. Следующую. Выкопает кто руду, мне? Угу. Агри безликовый, Хёнер, иди вскрывай потом. А, не вру, рога, иди вскрывай. Агри тебе безликого. Я сейчас другое выкопаю. Ну пусть стоит, я не трогаю. Дэн, слышишь? Статик, хант, маг, лог. Все? Лог не надо, маг только. То вы? Сова можно, да, точно, сова вот. И все. Маг, сова, больше никого не надо. Это куда? А, и МТ танк еще, я уже забыл. А чё никого не при это не приручает-то? Ну, он Хёнер пошел, скопал, да? В общем. Ну уж там на 7 вечера по МСК, да, собираетесь, блядь, ебашить? Горожан? Ну да. Ну, видимо, да. Статик это, блядь. Это не статик, это там у них пугарает. Ну, если максимально люди придут с гильдии, было бы неплохо. Ну, если ты мне руки... Я могу с вами сходить, горожан. Мне, в принципе, ничего туда не надо, блядь. Аня, если ты мне руки заанролишь, я прибегу, блядь, туда. А ты мне голову заанролишь. Все. Без проблем. А мне два токена заанролить все. А ты маленький еще. А ты идешь в одно место. Нахуй? О, ну это грубо, конечно. Нет, можно не нахуй, можно куда-нибудь другое. Ханта пиздите. Маба обейте кого ханта, блять. Да как на прошлом КД, помнишь, я смотрю, он фул ротацию въебал в кого-то и орёт, какой друид контролит. Так зачем вы так делаете? Он убил чела, а потом начал говорить, что это сова его убила, блядь. А, ребята, давайте кому надо за фласками ТП-шкой идти, за всей фигню. Диспелните пала, а то там ему еще в жабке будет 10 секунд. Да ничего не страшного, мы пока все расскажем. Поставьте шкаф, Локи. Нахуй вы ханта припизнули? Я искренне пытался его зажабить, но не успел. Сейчас повторяю, все Локи, у кого 4Т4, один кусок снимаете. ШПшники, не кидайте свое, так сказать, кол. ДКшники, снимайте свое массовое, моры убираете. Фурики, убирайте свое вихри. Рейтрики, естественно, бурю. Всю вот эту штуку вы все массовые свои убираете. А пиздюки от 2Т4 ванхолики не пойдут на эти штуки? Может пойдут, но не должны. Но не факт. Кого с умом плюсуем? Кого еще с умом? Триход? В общем, что здесь будет происходить? Весь рейд. А, кстати, да, Рэм в хила. Орлобан, спикни с танка, потанчишь. Тут агро надо, чтобы было побольше. Орлобан, танчи знаешь где? Андре танчить. Вот там, где он стоит, грубо говоря, там и танчишь. Дальше, что будет происходить? Весь рейд стоит в кресте, а пока ДКшник идет, ставит босса. Прилетает колба, весь рейд разбежался, милики пошли бить под жопу босса. Все кастеры стоят в кресту, бьют босса. А хилы стоят в луне плюс-минус. Будет летать колба, вы из нее убегаете. Будет кидаться метка, метка выбегается из рейда. Вот где мы сейчас стоим, метка вот сюда будет убегаться плюс-минус, сразу, моментально.
Что касается милики, милики просто, если на вас кидается метка, вы бегаете вправо-влево от рейда. Ну, то есть, где вы стояли. Дальше будут появляться зеленые такие споры. Эти споры нельзя заливать. Если вы заливаете споры, мы ложимся и идем бить заново. Дальше. Следите, пожалуйста, за своим агро. Если вы его сорвете, босс не таунтится. Поэтому, если босс сорвался, начинается вакханалия. Поставьте рыбку. Кушайте рыбку. Хилы стоят в луне, плюс-минус. Трал, рыбка есть? Я поставил. Угу, спасибо. Кушайте рыбку. Да ну, на кого мне со всей кидать? Кукич ушел. Да на себя кинь. Вот без разницы. Ну тут в любом случае сядешь по мане. Тут ничего не сделать. Вантузом будешь бить потом, когда сядешь по мане. Отъедайтесь, отпивайтесь. Да, танчит у нас ДКшник, если что. Напылы на него. Хилы в луне. Рейд. Сейчас все стоят в кресту. РЧ. По сути, посмотрим, как все будет. Босс несложный. Тут ДПС ваш не нужен. Не срывайте. Не самое просто главное. Не срывайте агро, да. Так, все, давай танк, иди. Стоим, не бьем. Стоим, ждем. Немножко подальше отведи его, немножко на себя. Немножко, немножко. Хорошо, все, все, все. Выбежали, выбежали, выбежали. Каст сбивай. Все, хилы в луну, кастеры в крест. Загр следи. На пул и ПКД, пожалуйста. Каст... А, хилы, хилы. Кастеры стоим. Хилы выбежали, видите? Каст. А, кастеры на край лужи перебежали. Из луны выйдите, хилы, вы сейчас по мане просядете. Вам не надо стоять в луже. Метка выбежал, Войд выбежал. Вернулись в крест, стали все в крест и стоим в лужу, там ждем. Можете не бить без лужи. Лучше не бейте. Просто не бейте без лужи, агр скиньте. На три ходки полетим. Стоим дальше в кресту. Хилы, встаньте в крест сейчас. Прохил сейчас танк. Выбежали, 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 выбежали. Хилы, можете в лун убить. Все, спокойно играем. 4, 3, 2, 1. Выбежали. Выбежали. ПС, ДЦ, выйди с рейда. Все, обратно вернулись, крест стоим, бьем. Это кастером говорю. Да, а, хилы выбежали. Заанонсись рядом с миликами. В радиусе будет. Кастеры стоим, также все на одном месте. Не перебегаем в лужу. Можете не бить. 5, 4, стоим, ждем здесь лужу. 2, можете 1. Не бить, лучше потом перебздеть. Угу. Выбежали. Мелинда с рейда, Мелинда с рейда. Все хорошо, встали в крест, а им бьем. На хилы, хилы выбежали, кастеры стоят бьют. Кастеры пары, в пары, луну. Пары, 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 мили. Милики. Не убейте пары. Кастеры в луну встали, хилы в крест. Пары выбежали, выбежали, выбежали. 4, 3, 2. Кастеры стали в лужу. Выбежали, на ханта бежит Скоэс, выйди с рейда. Все, кастеры в крест стали спокойно. Хилы в луну обратно. Выбежали. Выбежали. Паладины без лужи, если пары пойдут к нам, вы их убьете. 5,
4, а 3, они идут. 2. Вы... А, прист вышел. На хилов летит. Так, сейчас появится элементаль. Элементаля пока никто не бьет. Стоп, идти урон. Стоп, и нуль урон. Стоим, ждем. Стоп, нуль урон. На пульте элементаля. Выбежали, выбежали, кастеры, выбежали. Встали в луже. Гера и в элементаля играем. Фулл урон в элементаля. Можете уже уешить. Выбежали, кастеры, выбежали. Джомби с рейда. Блять, сорвали элементаля. Ничего страшного, умрет. Выбежали кастеры. Кастеры выбежали. Скинь агро, прист. Поставьте нормально. Все, встаньте нормально, брат. Выбежал. Хилы, хилы выбежали быстрее. Сейчас умрете. Молодцы. Встали в лужу. Элементаля доигрываем. В луже не стойте, хилы, вы по мане сядете. Сколько раз... Кастер, можете. Коноплянка с рейда в Хёнера летит. Хилы разбежались. Еще минус хил, вы чё? Кастеры выбежали, кастеры. Пизда все. В элементаля играйте дальше. Орлобану потеряли. Ну, ребята, вы чё? Вы в 5 хилов ложите рейд. Вы серьезно? Десет все прохиливается в 2 хила, если что. Я забрал элементаля, прохилите вестника. Так да, босс на рейде. Надо. Не, не надо, вы че, угораете? Босс сейчас рейд будет ходить бить, вы че? Ложимся? Объясните, пожалуйста, механику непросаживания по мане у хилов. Типа я вот хапал, я стою, не стоял в луже, ничего, мана не регенится. Как регенить ману? Двух слов. Мана не регенится. А в чем происходит? Никак. Вы вообще должны хилить тупо танка. Потому что больше урон никто не лутает. Если люди понимают, как выбегать из колбы. Если люди не понимают, вы тратите свою ману и всю хуйню. Куда? То есть мана никак не регенится, просто экономим, да? Все. Да. Спасибо, понял. Да, можно быстренько спекать? Да спекать, конечно. В этом вся соль этого босса. Без маны, блядь. Аква, вот следи за агро, пожалуйста, за своим. Неважно, в кого ты бурстишь, в босса или в элементаля. Конечно, следить, я вам сразу сказал, если вы срываете, ничего не таунтится уже, все. Лучше не бейте просто, и все. Раскол юзелок. АФК, постой, если видишь 70% агро, такой, оп, все, я съебался. Просто, ребят, здесь в 6 хилов вы сейчас идете и потеряли танка. Вы чё? Так, по кому там, если чё, сальву давать? Лок, акурок, акурок. Блядь, он, если вижу его. Дай шкаф, сумнёмся. Он, если чё, в третьей пати. Шесть хилов, ребят. Шесть хилов. Как вы танк? Ну все, я если что, пойму буду. Цель буду давать. Двор, зачем? Седьмым хочешь быть, Холипал? Может, 10 хилов сделал? И вы точно все по мане сядете? Да, в 6 хилов сейчас били. И танка не прохилили. Ну это ачиву надо давать. Угу. Кто, блядь, заагрил нахуй? Моба, блядь. Все. Спасибо, друзья, блядь. Кто там? Посмотри около тебя. Трала. Трала заагрил. Ну на нем игра висит. Трала, молодец.
Да нет, Трал здесь вообще-то, как он мог загреть? А я хуй знает. Возле меня в том-то и дело вообще никого нет. Понимаем. Паша, если есть, да, Диман, засуетитесь все в босса. Да все, по-моему. Нет, Дэнбой висит. Блять, вот что за интересный человек это сделал? Мы сейчас будем сидеть здесь еще 20 минут. Бой спал, Трала дал диван, бой спал, по крайней мере, у меня. Я бафаю, типа, все норм. Там необратимый в покаянии. Ну, порались 40 секунд еще. Ну, он там сейчас опять загрет. Надо умирать тогда. Или не загрет. Необратимый просто, присуманьте, не двигайся. Да мне еще 3 секунды, блядь, пролечь. Сейчас он придет, по-моему, можно прожать. Нельзя. Ждем. Кушайте рыбу. Или где тут рыбы нету, да? Да вот, блядь, пропала уже. Стояла тут. А еще. Успел прожаться? Да, молодец. Да-да-да. Вот именно, что здесь все прохиливается в 2 хила даже. А люди танков 6 теряют. Вот в чем дело. Короче, вы поняли, что делать. Давайте, не слакаем. Сурфанг, надеюсь, ты слышал. Ты свои моры, ауе, все вот эту скиллы убираешь. Скоро убьете, заново будем бить. Там Валга в прошлый раз очень много по этой сфере навалил. Кто? Валга? Да, там... Там я тоже неудачно. Я, короче, даю мор, и она в этот момент появляется прям рядом. А, весь рейд в крест стал. Просто внимательнее будьте. Рейд в крест встал. Владик. Владик, это РЛ. Давай, ДК, иди, ставь. Никто, стоим, ждем. Немножко его туда отведи еще. Хорошо, все. Выбежали. Блять, вот ребят, из-за сурф на край лужи ближе к кресту встали. Бейте уже. Миликов нет ни одного, надеюсь, то есть хилов под боссом сейчас. Все в крест встали. Кастеры, не бегите туда. 5, 4, 3. Пары в мили, пары! Ретрики бурю крутит, ложимся. Может, обычки бить? Ну, сейчас еще разочек тройнем. Да, диван, киньте кому-нибудь, там масрез дадим. Ребят. А скада есть, кто это бьет? Двор, самогон. Самогон, да, я проебал сейчас. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Это Дэн, интересно, тебя на стриме почему-то не слышно твоего голоса. Я знаю, я убрал. А, это запланировано, все понял. Молчу. Милики, не выбегайте раньше времени, дайте стрела упадет, потом стойте и ебашьтесь спокойно. Это уже было обговорено. А надо обговорить еще раз, пока не поймут. Давайте, ребят, соберитесь. Босс, все через боль. Люди перестанут бегать, умрут раз 20, поймут почему. Ну, именно так мы и убили зверей, в принципе, так что тут не поспоришь. Вот. Все через боль. И еще у тебя кого-то в диссе не хватает. Со мной 25. Сурфанга не хватает, наверное. Кто он сферы эти бил? Сурфанга хватает. Хватает, ну? Не знаю кого. Ладно, тройте, все у вас получится. Естественно. Поставьте шкаф, присумоним, остальные вставайте, кого не резну. Если сейчас пора зальется, будем заливать в обычки сразу же, продолжать. Да, просто забудьте, что у вас есть, а у есть скиллы какие-то на панели. Угу.
фулбафы раздали. А, стоп, 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 Суруфан. Сумон, ребят. Кого сумон плюсы? Рыбу кушайте, пока можете. Ну тыкайте, ребят, ну чё вы все резко жрать? Голодный боец — это не боец. Угу. Уф. Да лужи, все милики, стоите, ждете, никуда вы не рветесь, рыбу ешьте. А чё они ждут, типа что, агрона брать или чё? Лужа, чтобы первый кинулась в кастеров, а не как сейчас побежал Суруфан, кинулся в него, хуй пойми где. И так далее. Просто в красном кружке, если они будут полустоять, она всегда в кастеров будет лететь. Первая лужа летит рандомно. Вот сейчас, говорю, уже побежали милики, получили милики. Кто готов, крест вставайте. Давай, танк, иди. Стоим, ждем. Немножко на себя подвинь. Хорош, 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 хорош. Стоим, ждем, выбежим. Блин, блядь, ну вот двор. Стоим все в кресту, и милики стойте сейчас в кресту. Стоим, ждем. Стоим, ждем. Ебать, Влад ДПС крутит. Выбежали, все, идите, бейте, милики. Встали в крест и бьем. 5, 4, 3. Выбежали, трал с рейда. На хилов летит. На край лужи кастеры перебежали, хилы в крест стали. Разбежались. Без АОЕ. Стали аккуратненько ближе к кресту. Хилы в луну станете. Чуть левее от луны, да, чтобы лужу не лутать. Трал с рейда. Выбежали, выбежали, выбежали. На хила, да? Угу. Стоим все в кресту. Ждем лужи. Можете не бить. Можете не бить. Выбежали. В крест стали, бьем. На хилов летит. Встали аккуратненько. На край лужи, ближе к кресту. Хилы в крест. Крест, выйди с рейда. Выбежали, разбежались. Вот кто-то спал, в крест встали. За агро следим. Выбежали, выбежали. Очень много людей спят. Выбежали. 4, 3, 2. Опять спят. Коноплянка с рейда. На хилов летит. Встали, аккуратненько встали к луже. Ближе к кресту. Можно салю, пожалуйста? Ник. Необратим. Разбежались. Разбежались. По необратимой сальву. Ближе к кресту встали.
4, пары рядом с миликами, осторожно. 1. У меня пиздюки бьют их, но бьют по 100. Выбежали, выбежали. Аква с рейда. Аква без, с рейда. Без бурь, без вихрей, пары прям тут. Они соединяются. Появится элементаль. Разбежались. Стоп, урон, больше не бьем, ждем на пульчике. Дайте элементаля, он напулит на себя. Стоим, ждем, не бьем, не бьем. Ждем следующую лужу. Ждем. Выбежали, выбежали, выбежали. Все, встали в крест, играем в элементаля, Геру сдали. 5, 4, 3, 2, 1. Можно ешить. Да, да, да. Разбежались, разбежались быстрее. Рэм с рейда. Пизда пол рейд. Встаньте все в крест, блин. На казнь, на хилов, хилы, 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 быстрей. Понятно. На край встали, аккуратненько, ближе к кресту. Смерть будет скоро. Разбежались, в луну летит. Встали аккуратно на край. 4, 3, 2, 1. Выбежали, выбежали, выбежали. Метка, элим, элим, элим. Встали в крест. Выбежали, выбежали, выбежали. Стоим в крест, убьем. Можете уже бить АУЕ, если что. Спор больше не будет. Каст. На хилов летит, на хилов летит. Аккуратненько встали на край лужи, ближе к луне. С меткой не завтыкайте, изи килл. Хилы. ДЦ, ДЦ, ДЦ. Выбежали, потрясно, ебать. Аккуратно каст бейте. Чё было, блядь? Ну, милики был больше, хилы полегли в кастер зоне. Аккуратно ставьте, выбежали, 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 выбежали. Добьете. Обратно возвращайтесь. Каст, каст. 4, 3, почему ты каст? 2, 1. Это чё, каст не сбили, да? Бейте. Каст, каст. Мана нет, пиздец. Блин, может, бэры раздадим? Бессмысленно без маны. И если они поднимут миликов, полетит в мили пиздобой. Тут некого поднимать, каст. Просто бейте спокойно. ДЦ на ману сдай, пару тысяч ты зарегенишь людям. О, заебись. Не подходите в мили-зону. Только вот трал стоит, каст. Бейте спокойно. Доберсы 3 минуты, убьете. Пару великов поднять, ДК рогу. Он показывает. Если нет джага, можно автоатачить и будет регениться мана. Если в миле есть место. Выбежали, убежали хилы. Пизда от дерева, нахуй поднимали. В луже не стойте хилы, самое главное. Каст. Ань, Анюта, проснись, бей жезлом. А, чё, можно в мили подойти или чё? Жезлом бей. А, фу, извиняюсь, сейчас, секунду. Каст. Не убьёт, наверное. Жизнь отвод. Жизнь отвод, кстати, да. А он, по-моему, не резает вам. Бьют, не добьет, скорее всего. 2 минуты, 3 ляма. Выбежал коноплянка. 3, да, а-ля. Не, ложимся. Ну чё, в обычке убиваем? Можно в фрейме просто, если кастер падает один, нам одного милика выводить нужно оттуда сразу. Как миликов очень много.
Давайте, я кто не... еще хочет в хэме, ставьте да, кто нет, крестик. Угу. Бабочки убиваем.